Вот так вот выглядит браслетик на руке. У него такая прикольная современная застежка. Так, мы готовимся к выпускному. У дочки сегодня выпускной. И вот пришли цветочки. Сейчас распакую. Вот такие вот цветочки пришли. Заказывала специально маленький букетик, потому что у дочки цветов будет, наверное, много. И чтобы ей не надо было нести, и чтобы можно было красиво сфотографироваться. Так, вот такой у нас букетик будет. Красивый. Заказывали вот в Fruit Flowers. Еще есть у нас красивые цветы Fun Flowers, но там не было таких маленьких, там только были большие дорогущие букеты, а маленьких не было. Вот, дочки на выпускной. Я решила отклеить наклейку. Так вот красиво. Девятый класс уже, кошмар. Только когда дети заканчивают школу и садики, понимаешь, как быстро летит время. Красота. Холодный кофе с не молоком для бодрости. Вот у меня тут лучок растет. Киса лежит. И ремонт. Просто это какой-то кошмар. Я его все никак не закончу. Это просто ужас какой-то. Ну, такой мейкап. Ничего особенного. Ну, это, в принципе, мой повседневный такой макияж. С губами я придумаю, что делать тогда, когда я придумаю, какого цвета платье. Дождь закончился, может быть, я пойду в туфельках, потому что я планировала идти в туфельках, но дождь поменял все это. Нам нужны веники, ой, веники, венки. Какие цветочки продаются? Трава. Нашей нету рядом. На фоне. Нет, у нас все выгорело. Укроп нужен? Сюда готовится? Укроп нужен? Да, сюда. Все сворачивается уже. Ну, придется, наверное. А ты дойдешь в туфлях? Кать, я на закалке с виолончелью по ступенькам бегала. Серьезно? Ты недооцениваешь мои ноги?
Аня, только разворачивайся, смотри. Да. Красивая трава такая. Дожили, что нам траву надо покупать. Ужас какой. Там веночки, Анюта, смотри там. О, льняное платьице какое красивое. Это сумочки такие, смотри. Да, прикольно. Шопер. Вау, какое платье. Смотри, ничего себе. Потрогай. О, тяжеленько. Класс. Анют, смотри, смотри. О, шерстяное. Аня, зиц, 23% этого, господи, шелка. И альпака, ничего себе. Здесь я тебя фоткала, сережки, да, да? Да. Смотри, какой красивый конец. И этот прикольный, смотри. Да, это, наверное, шерстяной бомбл эти. О, вот эти классные. Красиво, прикольно. Вот вайна. А когда цены и вайна деньги? Jā, bet tas būs ļoti maziņš. Jā. Uz mūsu galvā. Jā, uz mūsu galvā. Ir vairs, vat šis paliks. Jā. Un stīpiņas vēl ir. Var pielaikot, jā? Да. Или вот этот. Да. Угу. Ну, это не знаю, это прям не слишком так празднично, так скромненько, а это прям вот хорошо. Нет, красивее. Я с покупочкой. А вот мой новый браслетик, зацените. Красивый он был браслетик? Да. Бла-бла браслетик. Клубничка слишком дорогая у них, сори. Ну, травы какой-то купить, что ли? Так Томка все съест. Нельзя. Готовимся к праздникам. Я себе купила веночек, наконец-то. Я давно о таком мечтала. На голову. Многоразовый. Потому что одноразовые, они быстро вянут, и за них платишь на один раз. Они дорого очень стоят. А этот многоразовый из искусственных цветов выглядит очень красиво. Еще YouTube — это зло, потому что я зашла в Drogas и купила карандашики для губ и помадку. Это YouTube меня заставил купить. Купила такие вот бюджетные очень Rival The Loop карандашики, стойкие для губ в трех оттенках. Оттенок 6 Rosewood, оттенок 14 Maroon и оттенок 7 Jam. И такую помадку попробовать купила. Никогда ничего не пробовала из этой линейки. Катрис, мне очень нравятся некоторые продукты. Один раз у меня была аллергия на карандаш для глаз. А помады и блески мне у них очень нравятся. Будем пробовать. Сводчи карандашиков. Первый вот этот вот, который на самом верху, это Maroon. Второй оранжеватый, более коралловый Jam. Третий это Rosewood. Мне кажется, он будет светловат для меня. И последний это помадка. На самом деле она какая-то тут розовая, но она не настолько розовая в жизни. Она более такая, как мав. Это немножко фиолетовая. Будем пробовать.
jāskatā kopā. Dziedāšana ir tā, protams, ir tāda enerģijas apmaiņa. Un kā jūs zināt, tie, kas pirmo reizi šeit ir ienākušies, tie vēl varbūt nenojauš, kas notiek nakts laikā. Bet tie, kas jau ir bijuši šeit vairāk, nav tikai dziedot, bet nakts laikā arī tancojot un ejot rotaļās. Nu. Квасик продают. И не только. Там будет костер. И по этой горке буду спускать горящее колесо. В этом года. Году тоже, да? Да, да, да. Это же традиция. Смотри, иди сюда. Смотри, я нашла колесо, которое будет гореть. Видишь? Говорю, давай стырим. Я думала, колесо какую-то, Катю какую-то тырится. Нет, я об этом колесе говорю. Вот это колесо подожгут скоро, когда солнышко зайдет. И покатят с горочки вот с этой. Как красиво. Вот этот столб тоже будут зажигать. Я думаю, что да, если ты умеешь. Смотри, как все красиво. Я вчера подошла в Старой Риге, там вот из таких колосьев были сделаны солнышко, сова. Я такая, думаю, ну сова фигня, но вот солнышко я купила. Блин, вот такое маленькое солнышко, 8 евро. Молодец, у него так получается, хорошо смотри. Я так не умею. Молодец. Может, идет кольцо зажигать, хорошо, мы потом оставишь. Электросамитр теперь.
Такой звук офигенный будет на фоне видео. Комментируйте, комментируйте, да. Эрнест, стой! И на заставке будет злое дитя. Да, дитя. Дитя мое, иди сюда. Прям здесь тепло, нет? Огонь все еще горит. Уже подошла прям по. Thank you.
туса закончилась. Хотели встречать рассвет, но до рассвета еще 2 часа. Боюсь, у нас уже сил нету. Не, мы дотянем, просто не на улице, а дома. Ну да. Потому что я говорю, я еще в телефоне посижу. Ну хотелось бы, конечно, на улице встретить, как в прошлом году, но уже у меня ноги болят просто. Я спать очень не хочу вообще-то, на самом деле, но ноги уже не ходят. Я еще запах дерева, сколько разных запахов, звуков, когда людей вокруг этой машины. Там и светофор слышно. Ох, сюда не первый сделать этот цокот. Ток-ток-ток. Это без каблуков. Because he's lying. Весь район наполнен просто каким-то пьянящим запахом липы. Ну, не то говоришь, что ей уже тошнит от этого запаха. Ну, типа, поначалу было прикольно, но сейчас ему так несёт, что мне уже тошнит. Ну, еще. Потому что у нас тут каждая... Особенно после этой большой липы, которая около горки. Ну да, у нас тут прям... улицы, аллеи с липами. Thank you next, знаешь. Не, ну прям... чувствуешь? Знаешь, сложно не чувствовать, мне уже все. Вот она, липа. Прям целая аллея и такой дурманящий, пьянящий, густой-густой запах. Давай присядем. Фокс, ой, как Фокси. Хорошо. Фокс, а будешь сидеть? Ой, как хорошо. Фокси, собака. Не ой. Лай, только не лай, только не лай. Будешь право закрылась? Давай. Нет? Нет. А раньше, по-моему, запрыгнул. Да, запрыгнул. Окей. Ой, как хорошо. Кого ты там живешь? Куда ты? А он по песку, наверное, ни разу в жизни не бегал, не? Фокси. Фокси, тихо. До рассвета еще сколько? 1.5 часа? Но уже видно, что светлеет небо. Тут темно. Ой, ну тут фонарь. Да, там темно. Ну, не видно, короче. А тут уже светло. Мы, можно сказать, официально дождались солнышка. Ну, признаки есть. Признаки есть. Всего лишь каштан.